Зажигаем. Ну понятно, с Джайном. Сначала резни всех, потом следующего будешь там здесь. Спасибо, Дим. Риса. Ману хилам КД и на РСД мгновенно подходит КД. Клятву сразу нажимай там. Агрите большого. Большого объем. Какой там нормальный? Не знаю. Смотрим болезнь. Если что, убегают все, кроме хилов. Вот в этот раз тоже все хилы. Не, плеваться только будет. Я, походу. Зажигаем его, пока не появилось ничего. Добренький. Каску пошумат. Сразу баф обменяйте. Потом от него отойдите, как будем добивать. Смотрите, может быть лужа мелик. Она сейчас и будет. Вот этих заливаем зерга. Следующий. Добрый, бейте. Если будешь добрым, то выиграть. Может быть, лужи смотрим. Готовимся к бегать. Пачку справа рядом. Агрим, ставлю метку, зергаем через мага. Быстрее мага зергаем. Так. Следующую пачку тяни, следующий танк, крестик зерга. Эти добьются там. Крестик зерга, переключились в крестик. Осторожно там босс. Отхиливаемся. Где вы ешь? То же самое, ближняя пачка, только с другой стороны. Идем уже. Вот, идем за тебя уже. После черепка следующую пачку. Давай, иди. Крестик. Захиливаемся. Через крестик сначала зерга. Точечно свичнитесь. Все, можете увечить. Потом большой вот этот. Крестик добили, можете танк один большого вести. Переключайтесь. Только не вот, который по центру идет. Одного. Давайте, это добьется доты. Смотрим, какой. Нормально. Зергаем.
готовимся отбегать с чем ли. Бомбов бьем. Вот этого лучше быть. Первый череп. Милики ушли, лужа будет. Ушли уже, не надо дохнуть. ДД добьет. Зашли за лужу. Обратно. Подведи его в центр, где вот лужа разлилась. Все, отходим. Отходим. Сейчас исчезнет. Главное, не дохните. Уцини. Бегаем. Чё там, кто покупатель? Видит, что может что закинет кто-то. Сразу большого авария, танк. Вадим пол один танчил каратреса. Да, я видел. Мне надо будет нашу ману, то у меня здесь нету сопрота. Может кто-то почту поставить? Я могу. Отлично. Справа от большого. Бьем мелких пока. Ромбик, иди большого агрю. Знаю большого адреса. Эти добьются пока. Смотрим, какой моб. Готовимся, если что, болезнь. О, застал-то не заводи, ну что. Так выглядывайте за стол, да. Байер, кто так... на нока? Выглядывающее дерево. Как вам? Это как анекдот про дверь от КамАЗа. Да-да-да. Тут анекдот про столб в ЗСе. Я люблю. Дерево самый наркоманский вид. Смотрите, там лужа может быть. Матерь. Отлично. Дерево самый, говорит, наркоманский, сказал человек. С этого лужа не льется. Который играет за сову. Ну такой. Ну что? Почему сдох? Череп пока что, милики, уже отбегайте. Пончик под отсешишь. Боешка там упала. Ходите там, только милики не стоит сейчас там лужа. Эту парашу завешаем пока что. Сходим. Лужа исчезнет, сейчас резать остальных, сейчас два моба добьем. Заранее говорю, на этого босса нужно выпить сопрот абсолютно всем. Даже ДК? Даже тебе. Если подохнешь без сопрота, то прыгаешь. А кто у нас был такой смущенный, сказал, а если умереть с сопротом? Кровавый, по-моему, сказал. Тогда двойное, да, наверное? Не было еще ни одного раза, когда я не умирал на этом боссе. Да я не про то, что ты умираешь. Пару не, я в смысле... А про то, что кто это сказал. Да. Ну боже. Пару пачек переведите. Слышали, да? Его менять надо. Ребята... Я всегда ГП получаю, там 100, 200, всегда. Можешь уже спекаться, япончик, там. Ну я не виноват, это боешка выпала, и я из лужи не смог выбежать. Я Чех, Марада, кидай Байера. Да, Байер, вред, сейчас два мобы, три убьем. Самонем.
От чего ты умираешь-то? На звезде он умирает. Не, ну когда он бывает примораживает и волной туда идет, от которой отбегать надо. Ты заранее просто отбиваешь и все. Ты имеешь в виду, когда последний, да, остается? Ну да. Заранее отбиваешь и все. Теоретически, если на них работает... За столько драйв так и не додумался. Вот эту пылающую звезду работает. Блин, забыл. Работает, работает. Работает. Но просто он тебя примораживает, и ты не успеваешь его прожать. Я так и не отбегаю никогда. Остается 10 секунд, и ты съебываешься, босс. Нет, там просто уроги фишек есть, можно вообще не отбегать, но просто, ну как, не знаю, не получается. Все, веди потихоньку трэш туда, Элрей не сдохни. Веди уже обратно к боссу, обратно уже идем, а то рейд уже там чилит. Идем, тут просто... один хил, блядь. Бывает, что выпадает, он примораживает, а потом под конец приморозки волна уже активируется. Ну, грубо говоря, ты только вышел и сразу бахает. А пока кастуется, ты примороженный, не можешь этот выпад прожать. Так. Одевай теньку ПВП, что не будешь умирать. Я второй КД думаю, вот сегодня взял ее с собой. И... И что, ты наденешь ее на босса? Да, ну думаю, пока еще рано. Вот если умру на этой неделе, то на следующую одену. В курсе то, что у тебя с ПВП тренинг, блядь, и пейзит, да? Ну там не сильно. Сколько, на 1000 может. На полторы. Все свободы действия, ты одно с обойки выйдет, по сути. И все. И смысл от него какой. Блять, ему надо один раз его выпить, и в какой момент он будет его пить? В какой момент он узнает, про что он проебет? Что-то не могу понять просто. Так рыба стоит, кушайте. Пейте сапроты. Кто сэкономный перед пулом пьет? С паладином с каким ты говоришь, чтобы он тебе кидал фридом и все. Смерть без сапрота, ребят, сразу. А, это, ребята, голову на мага. Кто звезду тащит? Сейчас распределяю. Товарищ РЛ. Голова на мага продается. Сейчас узнаем. Луцинь. Держишь кружок. Вульф, Диси. Шкаф ставьте с Монти Байер. Ромбик в ромбике держишь. Это хант. У него будет пет. Если пета не сагришь, то Луцинь поможешь ему сагрить пета. Значит, я буду держать звездочку. Или что там скат же выходит? Голову на магу продаем? Нет. Стопаните. После разберемся, до головы еще далеко. Не базарьте. Значит, звездочку буду танчить я. Вадим, ты будешь танчить крестик шамана. В крестике. Вон видишь, там далеко поставил. Хилит Вадима Библ. Библы за жизнь Библа отвечает Черной Ночи, чтобы он не сдох. Вот. Просто отец хилишь Луциня. Шторы хилишь. Ну, хотаешь хорошенько этого Вадима. Ой, блядь. Кого? Вы не возьмете на Вульф, Вульфа. Сапрот попроси у кого-нибудь, купи. Обязательно выпей. Так, пьем сапрот. Я буду танчить звезду на пуле тироги на меня. Луцинь босса. Ромбик танчит вульф. Вульф плюс в рейд. Я слышу. Ага. Крестик танчит Вадим. Вадим, понял? Дайте Вадиму сапрот быстренько. Четыреста голды, пускай кидает, я ему дам. Ока, бля. Чё, Библ, заходишь?
400. Что так дорого? Я-то думал, не дают танкам, типа, на РТС. Вы приходите, новички, пьете сопроты за свой счет. Да даже не новички, а вообще. Почему тут новички-то? Если за сока в один день, то чек ты по-любому подбудешь пить один. Ребята, инеры отдаем без команд. Япончик как на ХП или на манус дашь, скажешь? Ну, просто тестом то, что там смотреть. Да. Все готовы? Приготовьтесь. Танки на счет 3. Какие хилы стоят на танках? Ты сказал? Библ хилит крестик. Библа хилит черные ночи. Простотец хилит Луциня. Шторы хилит того, кто танчит ромбик. Это Вульф. Ну, за ним смотришь хорошенько. Ну, там хилы все обкотывайте танк. Чтобы никто не сдох. Прожимочки с пула даем. Самый сложный момент с пула. АТ можно от льда, пожалуйста? Все, поставите. Еще раз чек. Скандеру дайте кулак бичевский. Скандер готов? Бичевский дали ему там 10 минут. Готов, шаман? Любой паладин, дайте ему бичевский кулак. Дали? Все. Нет? Дали, нет. Все, все, все. На счет 3 танки начинаем. Раз, два, три. Фул ХП рейд. Фул ХП поднять. Максимально быстро бейте этого босса. Шторы не упади. Вульфа на фул. Просто отец помогает. Сразу на фул ХП всех поднимай. Отдал именно на ХП. Хилы еще сильнее. Чешки отдаем сразу. Луциня на фул. Нет, забей это. Луциня, забей. Танчи босса, Вульфа за хил. Вульфа на фул ХП. Отдавайте все прожимки. Быстрее, хильте еще сильнее. Вульфа на фул ХП. У нас рестор друида как? Можно хранить. Мгновенно поднимай лучи. Черные ночи мгновенно, мгновенная лучи. Надо падать. Что, дрочите, что ли? Ложитесь. Прохила мало. У нас прямого прохила будет, я тебе говорю, очень мало. У нас рестор друида. Мы как будем поднимать рейд? От хила не гоните с абсорбом. Да тут неважно, блин, сколько хп. Вставай, просто срез. Скорость самого поднятия хп. Дай тебе абсорб. Пока тут хила сразу. Давай я в ходе пау могу. Вульф? Да. Давай в ходе пау. У тебя же нормальный он, да? Ну, 250. 50 команд. Давай ты тоже в ходе пау. Ты будешь хилить Луциня, Луцинь танчишь босса и ханта. Пока тут помогаешь хилам поднимать танков. Меняй Луциня. На этом также Вадим остается на крестике. Подбегите Рогу Ресницы там. Мы по ДПС вывезем, нет? Да. Сомнения, блядь. У меня нет сомнений. У вас не должно быть. Ресните. Это Вольфа ресните. Что, пойду сам ресну, ладно. Благодарю.
сразу в хапала спекать. Иннер. Иннер сразу дадите ему, как в хапала спекать. Только шмот, чтобы переодел, посмотрите. Чтоб мана появилась. И подбегай, ешь рыбу. Пока ешь рыбу, там Иннер кинут. Кидайте Иннер по нему. Значит, Луцинь на боссе и ханте, я звездочку, ну бабу, короче, вот она. А, Луциня, ты смотри с пула хорошенько прожимочки отдавай, там эти стаки потом. Луциня хорошенько хилим. На Луцине вульф, просто отец, шторы и пока тут. 4 хила, думаю, не должны уронить. Просто отец через меня лучше хиль, там остальные друиды на меня побольше хоток. Тоже не уроните. Библ также этого крестика и Библа черной ночи хотят, чтобы он не подох. Че это? СС есть, Локи? Чехов по Луцине. Микадзе готов. Так, все, ребят, давайте, перед Байером стыдно уже. Поехали. На счет 3. Класс. Дай. Дамажим. Слива. Ставь сразу ПТ. Захильте Войда на фулл хп. Хилы будьте хили. У вас 8 штук. Поднимите рейд на фулл хп абсолютно всех. Маны просто, да? Иннеры в КД вешают. Там минуты КД. На ману есть гимн? Да. Читай сразу. Там вот как. Все, просто захиливайте рейд на взрывах, все. Ветерок, смотрите, хилы все вместе не ловили. Давайте, давайте, умножение, бум и рост. Даешь же на пульсу. Вливаем бабу. Захиливаемся на фулл хп. Да блин, Войд, мы не можем ходить быстро поднимать. Шторы поднимай, Библа. Шторы поднимай, Библа. Да господи. У вас 8 штук. Это у нас 8 друидов, мы не можем быстро ходить поднимать. Друидов, там 2 хулипара еще есть. Какого пиджали? Медведь даешь, поднимай просто отца. Все бьют ромбик. Бафы дайте. Луциня на фулл хп, прожимки нужны. Хилы вы тут. Иннер по откату просто отцу. Забери крестик, Войд. Черная ночь мгновенную, мгновенная пока тут. Пока тут. Понятно. Вы хоть 50 друидов поставьте, мы это не захилим, нам нужен прямой хил. Услышите меня? Ложитесь опять. Отойдите. Вот Вадим паладин хилить там. Нельзя, чтобы вот его хилить и частицы Луцине. Надо его переместить в другое место, чтобы он за клоны не стояли у него. Два вопроса. Какого хрена у нас пул происходит по мановению руки? У нас препота не нужно пить, да? Я смотрю. Что вы пишете? Вы теряете? Что нет, мы теряем? Мы теряем сейчас охуительное количество ДПС. Просто потому, что нет, блять, препота. А назвать на этот ДПС, у нас сейчас прохил хреново. Чем быстрее мы убиваем бабу, тем быстрее мы, блять, убиваем шамана.
после него. Точнее, ханта, а потом шаман. Если у нас херовый прохил, можем компенсировать ДПС. Я так понимаю, перекур? Нет. Чего ты? 7 минут ребут написано, ты не видишь? По 7 минут. А, да, ребут написано. 6 уже. Перекур, да? Да, резните, идите курить хули. Резните, сначала забафайтесь. Вы без ДЦ идете или ДЦ? ДЦ. Предлагаю взять, хочу чипсы, как хилая. Его цепуха, может он там и не одет, и даже лучше зайдет. Что-то друиды точечно не умеют хилить, что? Мне кажется, в этот раз мы тупо сейчас упали из-за того, что хилы без маны были. По крайней мере, я весь бой стоял тупо без маны. Ну там хант, он кидает стрелу, а ног сосут. Да нет, меня, во-первых, с пула босс, блядь, сразу убил, потому что штанг... Ты там шаман зашел, долог, это не хил? Хил. Он хил, кстати. Вон рестор шамана, берите, на ништяк будет. Да, хорошо будет. Кажется, тут забавайте сейчас, можете офлиться, чтобы не тикался крот. Кари будет. В смысле, друид пишет, типа, нехуй летать и будет, ладно. Там хант его бросок пиявки кидает и все. И похищает ман. Меня два раза высосали ману, держу в курсе. Хантом. Ну, Цинь пишет, прячьтесь за спинами кастера. А чтоб смысл стрелы... прятаться, там танки дохнут, мы выбегаем. Чтоб вперёд. Стрелы попадали в них и сосали ману там у них, а не у хилов. У просто отца сейчас не было маны только потому, что его убили. Библа, да, выстрелил. Куда он? А вот сейчас что, можно узнать, вот вообще там башку продаем, нет на маны? Библа сейчас не было маны, потому что у него высосали. Куда он спрячется? Кто с хилов друидов хочет послакать до локу, чтобы было место? Выбираю на свой вкус. Я могу уступить, без разницы. Шторы, мгновенная. Шторы не меняй, он у него Т5 посхилит. Че, мгновенная там? Опять. Вам надо поменять просто, если одного друида больше на Т5 приор, чем у другого просто сильного ставить, а слабого убрать. Да, сейчас посмотрим, у кого приор просто выше, если кому надо шмот. Если не надо, шмот. Уходить сильному друиду, просто слакать нахуй. Капре хила не хватает.
Просто кто говорил, что хэпалы, мы все хилим, получается, по таргету, и рестор друида, и в итоге какая-то жопа получается. Все равно кто-то умирает. Тут именно цепуха нужна. Я бы здесь одела 4Т4. И не парилась Т5. В таком случае, когда 2 хапала.
Ребят, ребут или что? Там ребут отменили, что ли? Я спрашиваю, просто мне не заходит. У меня что-то в окне персонажа до сих пор. Редвара, ты тут? Да, тут. Я не помню, вчера я у тебя спрашивал про поешку. Ты играл в нее куда-нибудь? Играл. Блин, а ты ее прошел? Ну как прошел? Там же нет сюжетки. Не, ну в смысле вот эти акты, сюжет. Блин, это что-то сделал мага, короче, ну всех убиваю. Короче, и меня все стали убивать с одной тычки. А ты на каких картах ты лазишь? Да я не на картах, вот сюжетку прохожу, там 7-й акт перешел. Ты играл когда-нибудь Диабло? Да, конечно. Понятие имеешь, что такое резист, что такое дамаг? Ну да. Там, когда первый раз жутко проходишь, 5 актов или 6, у тебя падает резист, минус 30. Второй раз проходишь, у тебя еще раз падает. И скорее всего, у тебя резисты не фул, и тебя мобу просто убивают. Блин. Ну, короче, решил заново нового персонажа сделать. В одно время я в ПАЕ деньги зарабатывал. Там, короче, эти эксы можно продавать за реальные рубли. Ну, тупо играешь, как бы, блядь, и деньги зарабатываешь на это. Не играешь, а фармишь, да? Бля. Ну, как, блядь... Ну, типа, одно другому не мешает. Там фармить вообще не надо. Там не как Диабло механик. Там весь фарм заключается, короче, шмотку сделал, продал, нахуй, или купил, перепродал. Вот весь фарм, блядь. Пой, короче, типа, от билда зависит. Ты хуйню, наверное, билд делаешь, тебя убивают. Сколько я знаю, там столько вариантов. Последние 2 сезона вообще не играю. Раньше вот играл, типа, да. Что там, ПВП есть вообще, не? ПВП там нету, там убиты. ПВП, какой ПВП. Смысл там, в смысле, игра, чтобы фармить, да, я понял. Не, ну арена-то там есть, там можно типа один на один сыграть. Ну арена есть, она убитая, там смысла нету. Там вообще никто не ПВПшит. Там в основном, типа, качаешься, одеваешь персонажа, крафтишь, перепродаешь. Вот такое, короче. А в Диабле, типа, там тупо нахуй выбиваешь мод и все. В Диабло-то ПВП есть, по крайней мере. Какой там нахуй ПВП, ты о чем, блядь? Ты не башился в ПВП в Диабло ни разу? Какой там ПВП может быть? Блядь, когда ты, блядь, подключаешься по локалке или по другой сети, можно пиздить друг друга, ты не знал.
Это не та игра, которая создана для PvP, понимаешь? Но оно же есть, правильно? Ну тогда в поездке тоже есть. Какой смысл, блядь, чувак заходит просто нахуй, там каким-нибудь скиллом убивает и все, блядь, это что, PvP что ли, нахуй? А так, она намного интереснее, чем Диабло. Если ты особенно новичок, когда в ПЕ заходишь, для тебя там пиздец, ну, теряться будет. По мне, умение, блядь, еще не бежит. Блин, мне она показалась прямо такой сложной. Там, чтобы во все это курить, мне столько времени не нужно было, что тут слишком много там всего и контента куча. Тебе так кажется, что-то мне не запомнишь. Там талантов только сколько, 1400 талантов обычных, а еще там еще дополнительные ветки какие-то есть, но я еще не открыл. Хотя 1400. Все билки, сколько маны стоят, сколько. Не, ну а там это еще талант, это еще полбеды, а ты, грубо говоря, сам спелы собираешь. То есть, ну какой-то взял, одну стрелу там приставил не камень, что она там отжирает какой-то. Таланты, там где на весь монитор нахуй, получится таланты. Ты, во-первых, там потеряешься, если ты правильно качаешь, у тебя... Вот в том-то и прикол. Там каждый сезон вообще все меняют, как бы они там был, был тот, а в следующем сезоне вообще. Там же можно по МТГ сказать, вот по игру. Там тоже такое карта, они постоянно обновляют. Мета одна снимает. Всегда есть голос, которая, блядь, наиболее приоритетная. Вот таких скиллов одинаково равноценных топов. Ты сегодня книжку читал? Outstanding finisher. Ссылочку кину на это, на древо таланта. Блин, ну я... Что там за игру там обсуждаете? Так поешку.
я когда-то давно играл, но еще, может быть, реально вышло там в самом начале. У меня было волшебство, короче, еще без пальца играть. Ну, вот я что-то начал скачать, не проблема. Надо было, короче, сесть сначала, придумать, каким я буду на сотом уровне, на 90 каком-то. Хочу скачать, чего не скачать. А там много добавили, очень мало, и я даже вообще не шарю. Это вот таланты. Ты, короче, убиваешь моба и вставляешь, типа, там, где-то талант. Это вообще, как бы, не входит. Не, ну это типа нужно же делать. Любому я так посмотрел, у топовых типов там ставлю не обязательно. Я знаю, что это вообще дополнение. Ну да, просто там еще какую-то хрень проходишь, какие-то лабиринты, и у тебя открывается типа еще. Допустим, ты играешь там магом, и у тебя открывается призер, еще мага отдельно, в отдельном окне. Как тип предсказал, короче, в чате, говорит, что все херня, что убил, делай этого. Как он сказал, погонщик рабов. Ну, типа, некроман с этим. Зомби. Ну я бы не послушал, думаю, блин, потратил все кристаллы, скинул все таланты, качал этих рабов. Но они в принципе ничего, но только если мог на меня прыгать, я все равно избегаю прям моментально. И хотя там и ауру поставил на сопротивление, на сопротивление вроде там нормально. До 40%. Слушай, никого. Есть сайт? Ну да, да, вот он мне вот сказал, там посмотрел, и там, грубо говоря, 3% всех игроков играют через этот сервер. Находишь себе твоего персонажа, корректно отображает, там не видно, что у него вставлено, что он какой-то там просто написано, грубо говоря, там, что он типа я как-то подбираю. Нет, там все написано. Там есть ссылка на правой стороне. Не, а тут этот русификатор добавили в эту имени, там можно на русском переключить. Ну просто я, допустим, шмотки вовсе вижу, бутылки даже вижу, какие-то камни еще вижу, непонятно. А вот все, что у него стоит, типа, ну где связи вот эти вот с камнями, там ничего не видно, не отображается. Ссылка скинь. Прям вот на профиль. Вот нажимаешь убил, да. А наверху выбираешь, кем ты играешь. Да, допустим, любого, блядь. Макс-тихий. Макс-тихий? Угу. Давайте, заходим, погнали. Так проебланили уже 2 часа. Кем ты с Кивоем играешь? Кольцо льда. А через него никто не играет на листьях. Вообще ни одного на первой странице нет. Браска вреет. Чего? Вреет, идешь. Вага тут? Нажимаешь?
левым скиллом, ну, выбираешь свое кольцо льда. Это вот это имя, да? Хочу и чипсы выбирать. Но Миказе надо что-то с боссом? Надо дамажить, надо дамажить. Вага, заходи. Короче, с левой стороны нажимаешь кольцо льда, у тебя список выходит персонажей. Нажимаешь на любого персонажа, у тебя там все есть. Понял. Спасибо, еще попробую. Я только домой вошел, ты бабло отпустил? Да. Ну, заходи сразу. Да, там. Зашел. А РЛ-ка у тебя там, если что? Спустись этот канал ниже. Право. Надо сумонить тогда, что? Так, сумоним. Бутапешт на замену пока. Шторы, заходишь? Хочу чипсы 10. Ну нет, да лох, ты тоже в 2-2, тоже по таргету. Дайте цепуху нормальную, наденьте 4-4. Я сейчас летаю за сетом, суманешь? Да, пожалуйста, это боль вообще, это откид. Так, шторы зайдет? Кто сильнее хилит? А. Сейчас просто отец хилит. Арте, надо что-то с боссом? Остальные три дерева, надо что-то с боссом? Я уже говорила, меня можешь на замену. Потому так. Что 5 друидов, рестеров, как-то не очень. Арте, тебе надо Т5? Арте, ты тут? У меня приора нету, поэтому меня можете... Настя, ты тут? Нет? Норси... Не могу уже всеми способами. Могу достучаться. Сейчас. До Насти достучусь. Короче, мгновенная на замену. Где пойдет в рейд? Сейчас пока погоди, как она подойдет, уж тогда пойдешь, поднимешься. Пока тут в сове будь. Сову. Мы этот, пятая пати и пончик. Хилер. Че пафают паладины у нас? Ты в танк спекайся. А че так долго шли-то? Это из-за ребутов. Ну, повайпались на трэше пару раз и на этом, на боссе пару пулов, там ребут пошел. Чипсы в дисе. Че я танчу? Сейчас расскажу. Ты выше всех на Т5? Друидовская. Т5 друидовская, кому? Энги, Нарция, Шторы, Луцинь, Япончик, Маск, Парада. Надо? А мне ничего не надо. Пока тут. Так, тебе только успех, говоришь. Ну тогда ладно, тогда мгновенно обратно. Хочу чипсы тут. ДПС линканите с пула. Все, все здесь, да? Сейчас все норм будет. Как бы поставил. Хочу чипсы с замены, не отвечает. Это что за замена? Писал вообще что-нибудь? Писал, достучись до него, пожалуйста. Только что зашли все. Как так? АФК что-то может. Так, Библа пока кикнуть паладина, да? Клапа нет, по ханту. Сколько у нас киллов?
7. Главное, чтобы не 7 реестров друидов, как это сейчас было. Ну я вижу уже 4. Здесь чипсы нет? Долго. Так, идешь вместо медведоежа. Он там написал про хила что-то. Пацан закосит. Как нет хила? Нет. Кто говорил, что у него есть? Кто мне сказал, что у него есть хил? Я предположила. Шо, сиди дальше. Вот немного хилов, ты посмотри. Ну смотри, у него написано в заметках Элим Реста. Чё, фулбаф даём? Так есть у него хил или нет? Когда я его принимал в гильдию, мне говорили, что там есть Элим и Сторожка. Да сейчас захилим, нормально все будет. Подожди. У нас был таргетный хил и ход, ребят. Сейчас вот отдельный Т4 на шамана, наконец-то. Сейчас все нормально будет. Я ручаюсь за шамана. Так, Луцинь на боссе с хантом, Враска на звездочке, а Вадим также крестик. Чекнул. Там лут поставь на себя.